И здесь моя последняя репарация. Репарация. Ну, репарация — это все верните и еще чуть-чуть дайте. Как выгода, что ли, какая-то получается. Ну, как бы моральный вред, мы же страдали, вот дайте нам еще это. Это еще плюс это. Ну, я так ввожу, наверное, что-то, если на наше право переводить, что-то типа штрафа. Возместил вред, плюс еще штраф. Чтоб в следующий раз знал, как себя надо вести. Например, под репарацию в свое время, после Второй мировой войны, подвели Кёнигсберг. Кёнигсберг был немецким городом, классическим немецким городом. По соглашениям, по решениям по Второй мировой войны, мы сказали, так, все немцы пошли вон, он теперь наш. За что, говорят немцы, репарация? Будете знать, еще раз вякнете, еще раз придете, вы вообще принцы. Ну, будет судья по Российской Федерации. Десятый. Сопли судьи. Это репро, как бы наказание, плюс к тому, как бы компенсация. Ну, давайте по ситуации с Крымом. Что было бы для Украины репарации? Крым и еще. Ну, Крым понятно, это уже. Ну, еще что? Калининград, нет, ну что, через Беларусь. Брянская область. Брянская, она соседствует. Газ. Скидки на газ. А вы на... Они как полтора скидки. Ядерное оружие вернуть. Репарация вернуть. А, почистить и вернуть. Да. Ладно. Ну, я думаю, что вообще это не справедливо. Я бы, вот если бы на месте украинца, я бы отказался. Ну, зачем лишнее? Ну, мне хватает, мне есть свое, мне достаточно. Я бы не стал чего-то требовать. Но есть такое институт.